Чувствую, как вырастает цветок такой живой, красивый, изящный. Друзья, всем привет! Сегодня 29 декабря, вторник, программа «Новый день» приветствует вас в прямом эфире. Этот прямой эфир, он последний в 2020 году. И вот такой вот он музыкальный. Да, друзья, с музыкальным утром вас! Добрым утром! 8:30 утра и в студии приветствуем вас сегодня мы. Это Владимир Быстрых, Иван Камельков, Елена Мильвит и наш музыкальный гость Артур Лубешко. Ну и сразу же хочется сказать, чтобы вы записывали номер телефона, по которому нужно звонить для того, чтобы сыграть с нами в игру New Day Games. Номер телефона 8-904-130-10-30. Сегодня будут очень крутые подарки. Ну а пока давайте, наверное, пообщаемся немножко с Артуром. Да, Артур Лубешко – это выпускник детской школы искусств номер 3, студент Иркутского музыкального колледжа имени Шопена, как мы выяснили. Он учится уже на третьем курсе. Привет! Здравствуйте! И первый, наверное, вопрос. Вы отмечаете День виолончелиста? Ну да, для меня это традиционный праздник, который начался, наверное, не с самого обучения моей музыкальной школы, а уже впоследствии. И в этот день обычно с виолончелью я практически не расстаюсь. То есть ты сам такие традиции, да, какие-то придумал для себя, или они существуют? Нет, это как бы я для себя так решил, что вот именно в этот день больше времени я провожу с инструментом. Вспоминаю интересные произведения, которые я играл когда-то. Вот. Артур, расскажи, пожалуйста, ты занимался в детской школе искусств номер 3, там очень много действительно хороших, отличных, профессиональных педагогов. У кого обучался ты? Я обучался у Ивановой Юлии Константиновны. Это был мой педагог по специальности, соответственно. Хочу передать ей большой привет и, опять же, поблагодарить за то, что в меня вложили, и то, что я имею сейчас. Соответственно, это дорогого стоит, и если бы не мой педагог, этого бы не было. Вова, Ваня, а вы сами вот пробовали когда-либо какой-нибудь игре на музыкальном инструменте, на каком-либо? Я не пробовал, на гитаре брямкаю, там три аккорда, как всем известные. Я вот пока Артур отходил, попросил он меня подержать виолончель, поэтому я, в принципе, уже почти что это. Ты уже готов обучаться? Почти профессионал, да. Я прям кузнечика могу сыграть уже сейчас все. Нет, конечно нет. Мне интересно, а редкая вот эта вот, не знаю, профессия, как это обозвать-то другими словами, много таких виолончелей у нас в Иркутской области, может быть, в России, вот. Ну, на самом деле, виолончель сам по себе редкий инструмент, то есть он встречается... Мы заметили. Он встречается намного реже, чем скрипка. Вот. В России в целом, виолончели хватает, но, опять же, не во всех регионах. Виолончель – это и есть большая скрипка? Почему ты так вот про нее сказал? Есть альто-контрабас. Нет, я никогда не говорю про свой инструмент «большая скрипка». Все-таки со стороны профессионального музыканта виолончель – это и есть виолончель. У нее достаточно много отличий от скрипки. А самое главное, что виолончель больше приближена к человеческому голосу, за что ее многие любят. То есть скрипка издает более высокие звуки, контрабас – более низкие, а виолончель – это вот что-то среднее, подобное человеческому голосу. А вот как долго ты учился играть, на виолончели? И было ли это сложное, как при обучении игры на виолончели? Поначалу всегда тяжело привыкнуть, тяжело вообще, в принципе,
к музыкальной этой обстановке, к тому, что ты изучаешь. То есть музыкальный мир, он совсем другой, он отличается очень от всяких там общеобразовательных предметов и всему подобное. Вот. Но также свои плюсы. И вот я учусь сейчас уже на третьем курсе, и работаю в театре «Пилигримов» в Иркутске. Wow. И мы ездим иногда на гастроли, выступаем, ну, там, на других выступлениях, концертах, когда зовут. И все-таки делиться с публикой вот этим настроением, вот этой энергетикой, дарить им вот это, ну, мне очень нравится. Поэтому я до сих пор занимаюсь этим инструментом и хочу заниматься дальше. Есть ли у тебя любимые композиторы? Вот, или любимые и композиторы, и, наверное, композиции, вот, произведения, которые ты играешь, вот, от которых вот душа сначала разворачивается, потом сворачивается. То есть мурашки по коже бегут. Композиторы. Ну, из классиков я хотел бы выделить Гайдена. Я играл пару концертов его, ну, достаточно очень красивых. Вообще, в принципе, мне нравится больше так, более современная музыка, вот, где-то даже затрагивающая эстраду с джазом. Uh-huh. Из современного что нравится тебе? Да. Прям, смотри, современная в смысле попса прям какая-то или... Ну, нет, не совсем, конечно, эстрада больше. Попса как бы это популярная музыка, вот, и это совсем другое. Было бы сейчас от тебя очень неожиданно, типа, сказать, если бы ты сказал, ну, я не знаю, Ольга Бузова мне нравится. И заиграл. Мало половин. Мало половин. Мы бы были удивлены очень сильно. Ну, есть такой еще композитор Джон Уильямс. Uh-huh. Он, например, сочинил музыку для «Игры престолов» Game of Thrones. А можно? Класс. Вот фрагментик маленький. Я думаю, сейчас все поклонники «Игры престолов» уже. Да, и моя рука отдохнет. А я хочу вот такие, знаешь, мирские вопросы задать, примитивные. Во-первых, достаточно тяжелая виолончель. Как ты ее с собой вот всегда берешь? Тебя в детстве это... вот особенно, мне кажется. Кстати, есть же дети, которые... Да, я бы не придавливала. Ну, на самом деле, да, конечно, удобство с этим возникает. Про это ничего не скажешь. Но лучше не думать об этом. А сколько весит этот инструмент? Примерно инструмент весит 5-6 килограмм, сам инструмент, плюс чехол добавляет 2-3 килограмма. И, конечно, неудобства возникают в основном в транспорте, когда ты его переводишь. Вот так вот с таким. Да, но, слава богу, есть лямки, есть ручки какие-то, за которые можно тоже подержать. Это называется... Смычок. Смычок. Он сделан из конского волоса, так же, как и остальные, нет? Ну да. Из конский волос, остальное дерево. Ну, есть, конечно, у нас карбоновые смычки еще. Они карбоновые, они немного легче. Вот. Ну и деревянные. Но это пока что я видел. Только такие. Я вот поделюсь опытом, да, своим с детства. Я играла на фортепиано. Я ненавидела этот инструмент, он был дома, то есть я ставила ноты, да, и там просто что-то там стучала по клавишам, типа я занимаюсь. На самом деле, ждала, когда эти полчаса закончатся, да, такая, ху, все, отмучилась. А у тебя вот как было? Тебе вот прям вот вавило, с утра встать? Или, ну как было? Ну, сразу вот любовь к инструменту? Нет, любовь была не сразу. Конечно, когда я только-только пришел в первый класс, я вообще не понимал, что это такое, куда меня вообще притащили. Я в дзюдо хотела. Что за гитара вообще у меня большая? Но потом, когда ты, ну, говорю, немножко начинаешь понимать вообще вот в этой музыкальной что-то сфере, тем более с этим, что все, что связано с этим инструментом. Вот, то есть я полюбил свой инструмент за его тембр, как вот вы уже услышали. Даже просто я вот иногда сижу, занимаюсь, и мне приятно просто так протянуть струну и понаблюдать над звуком, послушать его. Вот. И потом впоследствии я занимаюсь. Не всегда, конечно, приятно заниматься какими-то основами, какой-то базой, без которой, в принципе, ну, профессиональным музыкантом не стать. Да, то есть во многих делах и во многих сферах база все равно нужна, ей надо уделять очень много количества времени. Но когда я играю какие-то произведения на концерте, либо то, что я люблю, я получаю максимальное удовольствие от этого.
кстати, разница вот виолончели с гитарой действительно в том, что как минимум на гитаре ты что-то начнешь брякать, это будет какой-то страшный звук. А на виолончели ты даже просто, да, провел, и это уже очень-очень красиво. Так мощно, по-мужски звучит. Слушай, у нас еще один вопрос. Скажи, в каких конкурсах ты принимал участие? Есть какие-то, вот, может быть, результаты? Я сейчас все не вспомню, честно. Но принимал в «Планете талантов», потом в «Студенческой весне». Принимали конкурс в «Джаз Олимпе», принимали участие в такой летней смене, когда приезжал профессор из Питерской консерватории к нам в Иркутск, и мы с ним занимались. То есть это была такая типа летняя школа, проходила неделю. Вот. Ну, в принципе, на моей памяти пока что все. Спасибо тебе большое. Мы желаем тебе дальнейших творческих успехов, побед, увидеть тебя на больших сценах с большими артистами. И тебе желаем стать большим артистом в этом направлении. Спасибо большое. Спасибо большое, Артур, то, что ты украсил наш эфир. Детская школа искусств, я уверена, ждет и других юных виолончелистов. Приходите, приводите своих ребятишек. А вы пока, дорогие наши телезрители, звоните нам в прямой эфир. Наш номер телефона 8-904-130-10-30. Поиграем с вами и разыграем очень классные подарки. А сейчас гороскоп. Гороскоп на 29 декабря. Овен. Ваш дом перестает быть закрытым пространством. Потребность в чистоте и красоте может сподвигнуть на начало реконструкции. Телец. Это уникальное для вас время, которое может привести к прорыву в делах и отношениях, внезапно перевести их на новый уровень. Близнецы. У вас появится подсознательное стремление отнестись серьезнее к себе и своему здоровью. Рак. Не следует начинать новых дел. Лучше сконцентрироваться на текучке, наведении порядка и подготовительных мероприятиях. Лев. Этот день благоприятен для контактов с теми, кто далеко от вас. Возобновление переписки. Дева. Вашего внимания потребуют финансовые вопросы. Тщательно спланируйте свой бюджет. Весы. Принимая решение, постарайтесь увидеть несколько вариантов, даже если они не слишком отличаются один от другого. Скорпион. Займитесь организацией своего рабочего пространства, иначе рискуете не найти какой-то важный документ. Стрелец. Окружение в этот день с удовольствием откликнется на ваши инициативы. Вы ощутите рост личной силы, смелость в желаниях. Козерог. Небольшие рутинные дела этим утром помешают вашему прогрессу, но этот спад был предсказуем. Водолей. В коллективе возможны интеллектуальные баталии, а в личных отношениях – перепалка с партнером по поводу планов на будущее. Рыбы. Будет ощущаться прилив потребности проявить активность и инициативу. В коллективе желательно определиться с общими целями и задачами. Дикого морского брега прилетела к вам сюда повелительница снега, повелительница льда. Нет на белом свете девы, вы запомните одно, краше снежной королевы не найдете никого. В течение всего декабря в программе «Новый день» проходит конкурс красоты и талантов «Снежная королева», участие в котором принимают девушки от 23 до 39 лет. 6 финалисток прошли онлайн-анкетирование и отборочный этап, а теперь соревнуются в умении танцевать, готовить и позировать на фотографии. В финале девушкам предстоит показать творческий номер и предстать перед зрителями и членами жюри в образах сказочных зимних принцесс. Награждение победительниц состоится под Новый год, 30 декабря, в телекомпании «Актис». Генеральный спонсор конкурса – сеть фирменных магазинов «Ямагучи». Спонсоры конкурса – ювелирная фирма «Изумруд» и галерея высокой парфюмерии. Моностудия эстетики «Сатори», 29 микрорайон, дом 28. Партнер проекта – сеть салонов красоты «Дева». Официальный партнер проекта – страховая компания «Колымская».
Доброе утро! В эфире программа «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. И подошло время нашей традиционной рубрики «New Day Games». Друзья, спонсор игры ИП «Короткова» – это фирма «ДВ Морепродукт 38». Это амбициозная компания из Ангарска. У нее 9 магазинов, 6 в Иркутске и 3 в Ангарске. Компания осуществляет авто- и авиадоставку по области и даже в другие регионы, так как продукция «ДВ Морепродукт» всегда высочайшего качества. Свежие дальневосточные деликатесы к вашему праздничному столу. На прилавках магазинов, которые, кстати, называются «Дальнос Морос», вас ждут раки, крабы, креветки, мидии, кальмары, морской гребешок и многое другое. Друзья, победитель сегодняшнего розыгрыша получит сертификат на 3000 рублей на продукцию ДВ «Морепродукт 38». И, насколько я знаю, у нас уже есть претендент на этот сертификат. Давайте пообщаемся, друзья. Давайте. Давайте. Доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Настя. Настя, очень приятно. Мы с вами сегодня будем играть в игру New Day Games. Сейчас Лена объяснит вам наши правила. Вы, пожалуйста, очень внимательно слушайте. И мы надеемся, что у вас сегодня получится забрать наш подарок. Да, Настя, приготовьтесь. Игра у нас сегодня будет непростая. Я покажу вам картинку, на которой чего-то не хватает. Не хватает какой-то одной важной детали. Вам нужно угадать, какую именно. Готовы? Да. Настя, смотрите, вот наша картинка, очень внимательно на экран. Что это такое и чего не хватает? Как вы считаете? Ребята, мне кажется, уже догадались. Да. И готовы Настя вам немножко подсказать. Ручки управления детского велосипеда. А еще раз посмотрите внимательно. Это вот сверху. Вот. Правильно, совершенно верно. Вот он наш правильный ответ. Настя, следующий вопрос. Внимательно смотрите на картинку. Военный билет 1М. Настя, вы очень внимательная телезрительница. Но чуть-чуть сделайте, пожалуйста, телевизор потише. Буквально чуть-чуть. Если честно, я бы, наверное, не отгадал. Потому что тут действительно нужно обратить внимание на детали. А мужчинам это очень тяжело дается. Ты не угадал? Ну, я не нашел, да, не успел. Настя, давайте еще один ответ. О. Что же тут не хватает? Не хватает двух лапок. Ух ты, Настя, себе. Вы просто счастливчик и действительно по-женски внимательны. А вы что, уже играли в эту игру? Еще вопросик? Я, если честно, даже не мог подумать, что там лап не хватает. Я думал, добычи не хватает. Ну, знаете, типа в паутине должна же быть добыча. Муха какая-то на паутинке. Как вы, что будем делать? Дарить Насте подарок? Как давайте, если Настя так легко идет, мы еще и парочку вопросов зададим. Ну, просто, чтобы 2020 год все, что просто так не давалось. Давайте, Настя, еще один вам вопрос. Что, чего не хватает? Персиков не хватает. Что не хватает? Персиков, Настя ответила. Настя, правильно. Вы, мне кажется, очень хорошо знаете картины. Настя, потому что вы абсолютно правы. Девочка с персиками. Серов. И мы убрали несколько персиков. Ну и еще один заключительный вопрос давайте. Вова, ты злой. Настя вообще готова. Хорошо. Это очень сложно. Настя, посмотрите очень внимательно. Вот на каждом виде оружия, на каждом, не хватает одной детали, и вы знаете эту деталь. Наши вам поздравления. Любите морепродукты? Да, очень. Вам достается сертификат от ДВ «Морепродукт 38» аж на 3000 рублей. Настя, ну эфир у нас сегодня предновогодний, праздничный. Ваши поздравления кому хотите? Хочу поблагодарить вашу передачу за такую возможность участия конкурсе, в таких чудесных подарках с наступающим Новым годом, новых успехов в 2021 году. Ну и всех тех, кто меня узнал, тоже всем родным и близким передаю привет и поздравления с наступающим Новым годом. Настя, спасибо вам большое. Мы тут тоже с Иваном сердечки делаем. Настя, если мы когда-нибудь соберемся нашей редакцией на какую-то игру, где нужно будет отгадывать картинки, мы обязательно вам позвоним. Мы без вас не справимся.
Ну что, Настя, спасибо большое, до свидания. Спасибо. Мы прощаемся вас с наступающим Новым годом. А мы напоминаем, что в нашей программе проходил конкурс, новогодний конкурс «Красоты и талантов. Снежная королева». И генеральный спонсор этого конкурса – сеть фирменных магазинов «Ямагучи». Официальный партнер проекта – это, конечно же, страховая компания «Колымская». Ну и уже завтра у нас узнается имя победительницы, и кто-то из девчат примерит на себя корону. Это будет одна из четырех блондинок или одна из двух брюнеток. Увидите все завтра. Друзья, а сегодня отмечает свой день рождения очаровательная женщина. Это прекрасный педагог. Ее зовут Лямзина Янина Викторовна. Это классный руководитель 2 класса Б. Они очень просили ее поздравить. Вот эти ребятишки ее. И они написали ей очень замечательные, по-настоящему душевные слова. Я их хочу, чтобы они прозвучали в этом эфире. Специально ваш адрес, Янина Викторовна. Спасибо вам большое за оперативность, за то, что вы так грамотно организовали обучение на дистанционном режиме. Спасибо вам за ежеминутное участие, за любовь и заботу к нашим детям. Желаем, чтобы Новый год подарил вам мечту и сказку, что впереди вас ждали только радостные, счастливые дни и, конечно же, крепкого вам здоровья. Если честно, я прям чувствую, что это второклассники, да, написали текст? Это я думаю, что это были их родители. Друзья, мы присоединяемся ко всем поздравлениям, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом, а прямо сейчас наша рубрика «И пишу РАД-ТВ» от наших юных коллег. Они расскажут, как можно экологично, безопасно украсить свой дом к Новому году. Всем привет! В эфире предновогодний выпуск «Эко-новостей». Сегодня команда «Эпишу РАД-ТВ» расскажет, как встретить Новый год ярко и экологично, не навредив природе. Как украсить дом экологично, расскажет Валерия Карасева. Всем привет! Меня зовут Валерия Карасева, и сегодня я расскажу, как экологично украсить дом к Новому году. Один из принципов экологичного образа жизни – сократить потребление. Поэтому самый экологичный способ украсить интерьер – использовать то, что уже есть дома. Старайтесь не покупать лишних шаров и гирлянд, они не подлежат переработке. Вот несколько идей, как подготовить дом к празднику более экологично. Попробуйте сделать украшения своими руками. DIY украшения – особенно хорошая идея, если для их изготовления вы используете ненужные вещи. Например, можно использовать пустые стеклянные банки. В них красиво смотрятся свечи и светодиодные гирлянды. Украсьте елку шишками, собранными в лесу. Их можно покрасить краской из баллончика. Также на елке хорошо будут смотреться засушенные кружочки апельсина и палочки корицы, связанные бечевкой или тонкими лентами. В качестве украшений на стол подойдут еловые ветки. Лучше собрать их в лесу, но можно и купить на елочном базаре. Главное, используйте то, что уже есть дома, и не покупайте лишнего. С наступающим Новым годом! Берегите природу от мусора! А о том, как проходят эко-мастер-классы в первом экологическом центре, расскажет Наташа Молготаева. В первом экологическом центре на регулярной основе проходят экологические мастер-классы. Гости экоцентра своими руками создают подделки из природных материалов и вторичного сырья. Главное по экологичному рукоделию – Даша Шарапова. Даша сама шьет эко-сумки, фруктовки и даже бахилы. С детства я занимаюсь рукоделием, умею шить, вязать и много что могу сделать своими руками. С тех пор, как я вступила в отряд эко-волонтеров и пишуры, я начала задуматься над тем, как можно дать вторую жизнь ненужным вещам. Я и моя сестра шьем эко-сумки, фруктовки из ненужных кусков ткани, которые могли быть выброшены, но мы им дали вторую жизнь, и теперь они приносят пользу. В предновогодние дни в эко-центре для всех желающих Даша проводит мастер-классы по изготовлению новогодних украшений из разных подручных материалов. Сегодня эко-волонтеры учатся делать экологичную елку своими руками. Как и планировалось ранее, в нашем экологическом центре на регулярной основе проходят экологические мастер-классы. Здесь любой желающий может сделать из любых подручных материалов какую-нибудь вещь, которая ему очень понравилась. Вот сегодня мы делали своими руками вот такие вот экологичные елочки из природных материалов. Посмотрите, какая красота у нас получилась. И такие мастер-классы очень нравятся нашим посетителям. Приходите в эко-центр на наши мастер-классы и берегите планету от мусора.
Какую елку выбрать, искусственную или живую, расскажет Марина Иванова. Всем привет, с вами Марина Иванова, и сегодня я вам расскажу, какая елка экологичнее, искусственная или натуральная. На первый взгляд кажется, что самый экологичный вариант – купить искусственную ель, которая будет служить годами. Но согласно исследованиям, производство пластиковых елок очень вредит окружающей среде. Давайте разбираться, что экологичнее – искусственная ель или натуральная. Во-первых, пластиковые ели обычно делают из ПВХ – пластика третьего вида. Его также используют для изготовления стройматериалов, линолеума и оконных покрытий. Это жиростойкий пластик, и он практически не перерабатывается. Значит, искусственную ель нельзя будет утилизировать. Во-вторых, величина экологического следа того или иного товара зависит не только от количества отходов, но и от объема ресурсов, которые затрачиваются на его производство. Поэтому, даже если искусственная ель прослужит 10 лет, она не оправдает свой экологический след. Слишком много ресурсов нужно для ее изготовления. Чтобы снизить экологический след искусственной ели по сравнению с натуральной, нужно использовать ее по меньшей мере 20 раз. Что касается живых деревьев, их обязательно нужно покупать в официальных точках продаж, на елочных базарах или в крупных магазинах. Как правило, там продают деревья, выращенные в специальных питомниках. После новогодних каникул ставьте натуральную ель на переработку. Так она не попадет на полигоны, где сгниет в общей массе отходов, а будет правильно утилизирована, как органика. А куда можно сдать натуральные ели на переработку в Ангарске, мы расскажем в новом году. Но лучше всего, если вы сделаете елочку из подручных материалов своими руками. С вами была Марина Иванова. Берегите планету от мусора и с наступающим Новым годом! Как экологично выбрать и упаковать подарок, расскажу вам я, Наталья Кузнецова. Новый год – волшебный праздник, и все мы любим получать и дарить подарки. Но знаете ли вы, что количество мусора в новогодние праздники увеличивается в 3 раза? Это на сотни тонн больше, чем обычно. Но какие подарки можно подарить, чтобы они не оказались мусором? Во-первых, в качестве экологичного подарка подойдут открытки из переработанной бумаги или сертификации ФСЦ. А лучше, если вы отправите их электронно. Во-вторых, покупайте подарок, а не упаковку. Можно использовать мини-подарок как упаковку для основного. Например, натуральный твердый шампунь упаковать в тканевые мешочки. Их впоследствии можно использовать как фруктовки в магазине. Также можно научиться получать экологичные подарки. Заведите список желаемых подарков. Окружающие вас люди действительно хотят порадовать вас, но могут не знать, что именно вам нужно. И нужно помнить, что любой подарок, даже если он будет экологичным, станет хламом, если он не нужен человеку. Просите напрямую или попросите составить список желаемых подарков. Так вы сможете обрадовать этого человека. А также можете включить свою фантазию и подарить незабываемые моменты и эмоции своим родным и друзьям. На этом все. Дарите подарки экологично и радуйте своих близких, не вредя природе. На этом все. Думаю, теперь вы встретите Новый год экологично. Но все же помните первостепенное правило. Не забывайте сортировать вторсырье после январского уикенда. И берегите природу оставшиеся 364 дня в году. Увидимся в новом году!